Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили наличие элементов безбарьерной среды у торговых объектов в Одинцове. Инспекция прошла в рамках профильного проекта партии «Единая страна. Доступная среда». Как отметила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, подход к популярным торговым объектам затруднен из-за снега и наледи. Кроме того, не везде предусмотрен доступ людей с ограниченными возможностями на второй этаж, хотя большинство торговых центров оборудованы пандусами. Партийцы зафиксировали свои предложения по установке элементов доступной среды и передали их управляющим.